Редко когда новогодние праздники обходятся без гостей, и чаще всего они приходят неожиданно. Героиня нашей рубрики «Самый смак» Нина Звездина знает, чем удивить гостей, но при этом не проводить много времени на кухне. Сегодня мы с вами приготовим говядину отварную в сырном соусе. Для этого нам потребуется 500 грамм отварной говядины, столовая ложка муки, полстакана бульона, полстакана сметаны, 2 яйца, только желтки отделяем, соль и сыр. Все. Нина Николаевна считает, что у хорошей хозяйки в холодильнике всегда должны быть бульон и отварное мясо. Из них можно быстро приготовить сытное и вкусное блюдо. Но если у вас нет готовой говядины, не беда. Чтобы ее отварить, вам потребуется около 2 часов свободного времени. Отвариваем часа полтора, потом добавляем специи и еще минут 15. Отварное мясо необходимо разделить на порционные кусочки толщиной в 1 сантиметр. Теперь готовим соус. Обжариваем репчатый лук, к нему добавляем столовую ложку муки, затем выливаем туда бульон, примерно полстакана и столько же сметаны. Осталось добавить желтки 2 яиц, довести соус до кипения, сразу же снять его с плиты и немного остудить. После чего каждый кусок говядины обмакиваем в получившийся соус, выкладываем на противень, сверху посыпаем сыром и отправляем в духовку. Выставляем температуру 180-200 градусов. И ставим на 15-20 минут, чтобы у нас запеклось все. Также Нина Звездина любит готовить копченую говядину в домашних условиях с помощью жидкого дыма. Такое мясо – отличная закуска. Оно вкусное, аппетитное и гораздо лучше магазинного. Чтобы его приготовить, нужно на 3-4 часа замочить сырую говядину в жидком дыме, потом положить ее в дуршлаг и томить на паровой бане в течение 45 минут. Копченая говядина готова. Попробуйте приготовить эти блюда. Мы уверены, ваши гости не останутся равнодушными.